ребят, с вами я, МША, и это серия роликов под названием Back to the Future. Мы вернемся с вами в 90-е, те, кто родился в 90-е, ну и позже, в принципе, это ролики для всех, не только для тех, кто родился в 90-е. Мы вспомним наше с вами детство, крутые мультики, крутые игрушки и прочие крутые интересности и развлечения. Ну что ж, погнали! И сейчас у меня лежит на столе небольшой гиковский став, который так или иначе связан с 90-ми, с 2000-ми, в общем, с нашим детством. И первое, что я хотел бы вам показать, это некий календарик, который я нашел. Календарик по секретным материалам, 2000-й год. Малдер, Скалли. Такой вот календарик, здесь у него ничего особенного. Спереди Малдер и Скалли, сзади белый фон, календарик уже помят и испорчен временем. Идем дальше. Дальше это вот такая вот закладочка для книжек, тетрадок, ну, в основном книжек. Тоже секретные материалы, X-Files, Малдер и Скалли, стрёмный инопланетянин. Вверху и внизу. Тоже не ничего особенного, обычная картонная, сзади белая оборотная сторона. Кое-что уже по цене, мы оставим это на попозже. Идем дальше. Это такие вот значки, тоже с Малдером и Скалли, секретных материалов. Вот такой вот значок. Тоже надпись «Секретные материалы» и также «Малдер и Скалли». Также здесь еще написано «Правда должна быть сказана». X-Files. Дальше. Приближаемся уже к более ценным вещам. Это вот такие вот стикеры, наклейки. Тоже «Малдер и Скалли», X-Files. Ну, я буду просто их молча показывать, а вы посмотрите. Здесь не надо быть многословным. Эти наклеечки нашла моя жена. И я ей за это благодарен. Все-таки вспоминаешь детство, вспоминаешь этот сериал, когда актеры были молодыми. Дэвид Духовный и Джиллиан Андерсон. Кстати, по-моему, по сей день продолжаются секретные материалы, или вышел только один сезон. Честно, после того, как я вырос, я уже их дальше не смотрел. Ну а теперь приступим к распаковке самого, что ни на есть старого, самого, что ни на есть ценного и крутого, что могло быть связано с нашим детством. Это наклеечки Transformers Generation 2 от Panini 96 года выпуска. Вот сзади надписи Transformers. Кстати, написано вот здесь вот, не знаю, сейчас камера, на камере видно, нет. Hasbro 96 год. То есть от Panini совместно с Hasbro выпускали эти вот наклеечки. Официальный дистрибьютор в России СНГ, издательство TMAX, по-моему. Спереди нарисован Optimus Prime, значок Panini и логотип Десептиконов. Ну что ж, давайте аккуратно, повторюсь, очень аккуратно распакуем их с помощью ножниц. Потому что, как бы, хочется оставить все это дело не только в памяти, но и в хорошем состоянии. Значит, наклеечки. Если мне не изменяет память, здесь изображен скандалист.
И он дальше всех трансформеров я не упомню, но они были. Кстати, мультик Generation 1 и Generation 2, трансформеры именно 90-х, они в разы лучше, чем те мультики про трансформеров, которые выпускали после этого и продолжают выпускать. Сейчас, конечно, трансформеры выпускают для современных детей, но тогда прорисовка, графика мультика, сама история, тогда это было наше детство, тогда это было очень даже круто. Сейчас я не понимаю современных мультиков про трансформеров, может быть, потому что я для них уже постарел. Здесь даже есть диноботы. Это были наклеечки. И теперь еще более ценно то, что тоже нашла моя жена. Вот эти вот наклеечки, кстати, подогнал мой друг Глаз, за что ему огромное отдельное спасибо. И я вам так скажу, что он будет на моем канале, в смысле видео с ним будет на моем канале, но чуть позже, ближе к лету. С ним мы тоже снимем обзор его коллекции, он собирает черепашек-ниндзя. И вернемся к тому, с чего мы начали. Том и Джерри, альбом наклеек, стикеров, тоже от Panini, 95-й год. Также его время не пощадило, он весь такой вот потрепанный. Впереди мы видим Тома и Джерри, сзади исключительно Джерри и тень от Тома. Так, что мы здесь видим? Внимание, стикеры. Теперь наконец-то до России докатилось увлечение, захватившее детей во всем мире. Коллекционирование стикеров. Стикеры — это яркие декоративные наклейки. Ну, не будем все читать, собственно говоря, просто давайте пролистаем этот журнал, а точнее альбом. Соответственно, здесь уже большинство наклеек вклеено. И мы просто посмотрим и вспомним, какое это было. Кстати, ставьте лайк, у кого был такой. Или похожие. Выпускались еще по Mortal Kombat, Робокопу, Терминатору. По Sailor Moon также выпускались. По покемонам, это уже в 2000-х. По Человеку-пауку. Кстати, по Человеку-пауку выпускался такой крутой журнал, вы могли увидеть в моей заставке. Но у нас его, однако, в России не продавалось. Он был исключительно для европейских детей и детей из Америки. До России он почему-то не дошел. Хотя вот мой друг, Глаз Вадим, он смог его достать. И обязательно я его покажу как-нибудь в видео. Мы посмотрим его коллекцию этих наклеек. Точнее, альбом с наклейками наклеек. У него их достаточно много. Вот такой вот журнал, здесь ничего особенного для тех времен не было. Кстати, крутовка очень... Крутовка, прошу прощения. А прорисовка очень крутая. Здесь вот также мы можем видеть мини-комикс. Много наклеек. Вот зимний спорт. Водный спорт. Не забудь о музыке. Достаточно крутой журнал для тех времен, я считаю. У меня он был в детстве. Я помню, как я маму попросил купить вот его, этот журнал. И журнал, по-моему, по Mortal Kombat тоже у меня был. И вообще, вот отдельно вот эти вот наклейки вот такого типа, вот как секретные материалы и трансформеры, я клеил на дневник, будучи уже в школе, на кровать. И только сейчас я начал понимать, что лучше бы я их собирал. И, ну, собственно говоря, на данный момент у меня была приличная коллекция. Ну что ж, мы отвлеклись. Вот такой вот был став. Вот такие были мои 90-е и 2000-е. Серия роликов будет не совсем большая, не будем растягивать, поскольку их много на ютубе. Но я покажу то, что было у меня, моих друзей, у моей жены. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк,
И с вами был Мша. Еще увидимся.